Хорошо выглядишь, милый. Уверена? На все 100. А теперь собирайся, и хватит обниматься с зеркалом. Точно. Именно здесь вы создаете своего персонажа. Просто наводите на части лица и скульптурируйте их. Такой милый нос. Как думаешь, с бородой или без? Мы ускорим процесс, чтобы показать, как быстро и насколько сильно вы можете изменить персонажа внешне, благодаря простому скульптурированию. Эй, моя очередь, здоровяк. И, конечно же, вы можете поиграть за женщину. Тем, кем вы выйдете из меню, тем вы будете играть. Это та же динамическая система, которую мы используем для создания игр. Даже ребенок будет генерироваться в зависимости от пары, созданной вами. А, доброе утро, сэр! Ваше кофе. 173,5 градуса по Фаренгейту. Спасибо, Катсворс. На здоровье, сэр. Нюка-кола ледяная. Сахарные бомбы. 100% дневной нормы сахара. Доброе утро, я из Волтек. Волтек? Напомните-ка, мы беспокоимся о вас и о безопасности вашего будущего. Волтек — это одна из известнейших строителей лучших убежищ. И там хватит места для всей моей семьи, так? Конечно! Конечно же! И даже для робота. Вообще все готово для поселения. Осталось уточнить кое-какие детали. Чудесно. Осталось доставить информацию. Поздравляю вас. Теперь вы готовы к будущему. Спасибо еще раз. Немного бумажного волокиты, да? Мистер Говард, он кричит и не хочет успокаиваться. Робот говорит имя, записанное для демо. Мы записали для него более 1000 популярных имен. Как там дела у двоих самых важных мужчин в моей жизни? Включи его игрушку, он обожает ее. Сэр! Мэм! Вы должны это увидеть! Информация о ядерных взрывах в Нью-Йорке. Нам нужно в убежище! Сейчас же! Шон у меня! Побежали! Почти на месте. Я люблю вас. А мы тебя. Держись! Сегодня никаких спойлеров игрового сюжета. Скажу только то, что вы выживаете и отправляетесь в убежище. Пройдет 200 лет, и вы будете единственным выжившим убежища 111. Это огромный динамический мир, где вы можете создать персонажа, которого хотите. Идти куда хотите и делать, что хотите. Свобода действий игрока — это наша цель номер один.
Сейчас вы видите работу нашего движка нового поколения, который сейчас демонстрирует полный физический рендеринг, а также динамическое объемное освещение. Я едва выжил. Мистер Говард, это и правда вы? Катсфорс? Ты еще здесь? Наверное, должны быть и другие выжившие. Все хуже, чем я думал. Вы страдаете от паранойи. Плохое питание на протяжении 200 лет еще не на такое способно. Нет. Быть не может, чтобы меня не было так долго. Вы на 2 столетия опоздали на ужин. Может, мне поискать что-нибудь перекусить? Вы, наверное, голодны. Что? Еда? Да, наверное, надо подумать. Значит, я сейчас вернусь. Даже диалог динамичен. Вы можете играть от первого лица и от третьего. Можете уйти, когда пожелаете, или даже выстрелить ему в лицо, если захотите. Эй, малыш, что ты здесь делаешь один? Пойдешь со мной, дружище? Хорошо, давай держаться вместе. Эй, беги туда. Да, вы сможете давать команды собаке, указывая на какие-то вещи или места. Принеси. Ну что, пойдем дальше. Вы сможете исследовать самую амбициозную и детальную игру из всех нами созданных, кульминация которой происходит в разрушенном Бостоне.